Привет, YouTube, привет, интернет. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о досках объявлений, а именно, как покупать дешевле заявленной цены, которую предлагает вам покупатель. Дело в том, что доски объявлений — это, по сути, виртуальный рынок, где вы контактируете, где покупатель контактирует с продавцом. То есть продавец заинтересован в быстрой продаже, вы заинтересованы в быстрой покупке. Сегодня я вам расскажу опыт, как я покупаю на доске объявлений те товары, которые мне нужны, и при этом умудряюсь еще немножко сэкономить деньжат на какие-то свои другие покупки, потому что та цена, которую предлагает покупатель, ну, не всегда меня устраивает, и если есть такая возможность сэкономить, ею надо обязательно пользоваться. Короче, ребят, представьте, вы выбрали товар, который вас устраивает по цене, вам нужно связаться с продавцом. Ни в коем случае, ребята, не звоните, потому что когда вы звоните, продавец никогда вам не будет уступать в цене в своем товаре, поэтому всегда пишите через личные сообщения, это очень важно. Когда вы связываетесь с продавцом, допустим, нашли вы товар какой-то, пишите ему: привет, готов предложить, ну, допустим, товар стоит 4000 рублей, а вы ему пишете в личные сообщения: привет, готов предложить тебе 3800, если тебя устраивает и не хочешь долго ждать покупателя, пиши, я заинтересован в покупке. То есть процентов 50-60 покупателей однозначно идти вам навстречу и снижать немножко цену, и вам это в плюс, вы сможете сэкономить на покупках, и продавцу это будет тоже выгодно, то есть ему не нужно ждать, пока там появится потенциальный покупатель, чтобы купить его товар. Каждый заинтересован быстро купить или быстро продать. В общем, вот такая вот маленькая инструкция. И, кстати, имейте в виду, что если цена на товар маленькая, то, естественно, не будьте наглыми и не делайте ниже очень низкую стоимость, за которую вы готовы купить. То есть большую скидку можно брать только на крупных каких-то товарах, которые стоят, ну, $100 и более, да, там можно, чтобы владелец скинул там 300-400 рублей, а то может быть даже и больше. Если это мелкий какой-то товар с маленькой стоимостью, то лучше не наглеть, а как бы обойтись там 100-200 рублей скидочку, чтобы сделал, и это будет нормально, я считаю. То есть вот такая вот инструкция, я даже не понимаю, почему некоторые покупатели стесняются торговаться. Это нужно делать, ребят, потому что даже если низкая цена, если продавец ставит низкую цену, это еще не повод не торговаться. Торговаться надо обязательно. Если не удается сторговаться и вас цена устраивает, то тогда берите. Но если продавец идет вам на уступки и он еще снижает цену ради того, чтобы быстро продать свой товар, обязательно пользуйтесь этим моментом. Еще какие важные моменты нужно будет учитывать. Дело в том, что если продавец, даже если вы ему будете писать сообщение какое-то там о скидке, желательно еще чем-то мотивировать. Там, допустим, если вам продают бушный какой-то телефон с какой-то там, с какими-то характеристиками, похожими на какую-то новую модель, которая вот выйдет через месяц, обязательно этим мотивируйте продавца, что вот у меня есть выбор: или купить у тебя, или купить новую модель, которая практически будет равна по той же самой стоимости. Поэтому это тоже учитывайте, обязательно манипулируйте такими вот, знаете, небольшими фактами. Это очень важно делать, если вы хотите сэкономить. Но если вы не любите торговаться и у вас есть лишние деньги, то это, как говорится, ваше право. Если понравилось видео или вы знаете, какими способами на досках объявлений еще можно сэкономить, отпишите, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно с ними ознакомлюсь, и так вы поможете не только мне, но и другим людям, которые тоже хотят сэкономить на покупках. С вами был Буст, ставь лайки, подписывайся на канал, и всем удачи и приятных покупок. Пока!